Доброго времени суток, дамы и господа. Меня зовут Даниил Лазарев. Добро пожаловать на канал Героя Метагейминга. Блин, вот. Там у него каждый раз яйцо открывается с ксеноморфом. Сегодня что? Сегодня мы продолжаем играть. Возможно, есть такая вероятность, что заканчиваем. Сегодня мы кампейн по Alliance Role Playing Game. Приключение под названием Destroyer of Worlds. Разрушитель миров. Вот. И чтобы не откладывать, как бы, сие события в долгий ящик, мы сейчас по-быстрому пробежимся по этим людям. И вспомним, кто с нами играет, что они делают. И, ну, как обычно, знаете, это все дела, все происходящее у нас во всех эпизодах. Но если ты, дорогой друг, вдруг не подписан на наш канал, обязательно подпишись, потому что у нас впереди еще очень много интересных приключений. У нас есть замечательный Twitch, где мы стримим не менее замечательные, не менее интересные игры. Приходи туда, становись фолловером или еще лучше подписчиком. И можешь спокойно участвовать в развитии и в сношении наших игр. Потому что там, на стримах, в онлайн-режиме, ты можешь полностью влиять на нашу игру и наше настроение. Будь частью команды. Будьте частью корабля. Ух ты! Ух ты! А еще у нас есть Бусти! Я подписана на Бусти! Подпишись и ты! На Бусти много интересного, нового и не совсем нового контента. Много всяческих плюшек от нас и не только от нас. Фотографии слиты нашей пати. Да. Все? Нет. Это на другой платформе. Что еще? У нас там есть видео раннего доступа. Также опубликовываются разные интересные системы, которые находят наши мастера. Публикуют листы персонажей, которые и переводят, и находят, и подбирают, и принимают в дар. Все это передается вам всего за 100 рубликов. Саня описала немного чей-то другой Бусти, на который она подписалась. Я не знаю, не наш, конечно, но... Нашим Бусти. А ты подпишись, зайди и посмотри, что у нас правда находится на Бусти, не то, что рассказала Саша. Ну, между прочим, когда-то такое было. Когда-то выкладывали всякие истории персонажей. Народ огня развязал войну. Но у нас на Бусти вы можете как минимум выбирать себе... себе тоже можете выбирать, да, какого-нибудь нам NPC-шку вкинуть в игру за определенную сумму, конечно же. Или как-то преген нам сформировать, который тоже может участвовать, за который ребята могут играть в наши игры. Также там можно ежемесячно, буквально за те же самые 100 рубликов жалких, ты можешь ежемесячно выбирать, каким будет ваншот, ежемесячный ваншот в следующем месяце. На секундочку, сейчас у нас идет голосование за декабрьский ваншот, и, скорее всего, уже голосование окончено. Уже близко к концу. Кирилл с Пабло бьются там буквально на жизнь, на смерть. И декабрьский ваншот будет уже буквально, скорее всего, выбран. Но ты можешь зайти и выбрать в декабре январский ваншот. Ваншот. Первый ваншот нового года. Шот. Шот. Ваншот. Поэтому заходи, не извиняйся, но прежде всего заходи к нам на Twitch, потому что у нас на Twitch онлайн, и там интересно тоже. Да. Везде интересно. Заходите везде. Подписывайтесь на все. На все. Что хочешь ты. На все. Помоги мне победить и провести второй ваншот в моей жизни. Надеюсь, он будет не такой плохой, как... А может быть, даже постримить, да, Кирилл? А может, даже постримить. Вам еще вампиров вводил? Может, я проведу ваншот? Да, но это ж было... Ну да. 1 января. 1 января, в смысле? Потому что мы не договаривались. В общем, такие дела. Заходите, посмотрите, не скупись и голосуй, и подкрепись. А мы пока будем, в конце концов, возвращаться в игру. Слишком активная музыка, что там? Больше делать. Где? Взлетная полоса. Взлетная полоса. СПНщики приземляются. Я не вижу все равно. Ну, что-нибудь почало включить, а то что-то слишком активно, ребята. Лоу-фай какой. Вот. А как обычно, давайте вспомним, кто сегодня с нами играет и кто что помнит из прошлого эпизода. И первым будет у нас Санчес. Неожиданно.
И неожиданно. Всем здравствуйте, меня зовут Александра. Сегодня моего персонажа зовут Фелисити Гейл. И, возможно, в последний раз моего персонажа зовут Фелисити Гейл. Она является доктором, медиком, генетиком, исследователем. У нее много достоинств и не так много навыков. Все вкачано в достоинства. Значит, она очень эмпатичная, чувствует других людей, хорошо проявляет эмоции, где-то ненависть, где-то любовь. Даже есть любовная линия, между прочим, у этого персонажа. Ловкость и смекалка у нее, в принципе, на хорошем стабильном уровне. Телосложение, как мы уже, наверное, как вы, наверное, уже слышали в прошлом эпизоде, надеюсь, что вы его посмотрели, немножечко хромает, но, несмотря ни на что, она является крепким орешком. Два орешка, два хпшки. Две хпшки. Это про нее. Значит, за ее душой, наверное, есть маленький грешок. Ее заставили работать на Уэйланд-Ньютоне, правильно? На Соединенную Америку. На Соединенную Америку. Скажем так, твои наниматели остались неизвестны. Да, в общем, ее наняли. Наняли исследовать, внедрять и всячески исследовать жизнь, которая отбирает другие жизни посредством вылупления из людей. Все. Какие сложные предложения ты используешь? Простите, я не знаю. Это позднее, в общем, время. Посмотрите прошлый эпизод, там сейчас есть кто-нибудь флешбэк. Расскажет. Да, сейчас кто-нибудь расскажет. В общем, она не такая, не так проста. Но хорошо. Все? Надеюсь, что да. Кирилл. Всех приветствую, меня зовут Кирилл, но сегодня я отыгрываю персонажа Кайла Корсакова, андроида, который не так давно получил новое тело, а именно Фассбендера или модель Дэвид. Теперь он вместе с этой командой будет дальше сопротивляться злу, ксеноморфам и всяким противоамериканским штукам. Все. Как хорошка. Всем привет, я Женя, мой персонаж Дуэйн Хиллард, сержант колониальной морской пехоты, который, честно говоря, устал от всех этих политических и околополитических штучек. На Ариаркусе творится что-то невообразимое, и, в общем-то, сержант Хиллард, как простой и честный вояка, хочет только любой ценой сберечь свой нечаянный отряд, наконец-то с ними воссоединившись, ну а попутно еще надавать по заднице тем, кто ответственен за бесчеловечные эксперименты в форте Нехаска. Прекрасно. Даниэль. Здравствуйте, меня зовут Даниил. Отыгрываю персонажа Генри Тильмана. Генри Тильман, который, как вы уже, наверное, знаете, техник. В данный момент управляет ничем иным, как танком с огромной 115-миллиметровой нарезным стволом. Да. Очевидно, из-за этого я владею навыком, ну не навыком, в принципе, тяжелой техникой, умею с ним управлять, хорошо знаком с информатикой. Но за последнее время... Подвёл, собака, в последнем-то эпизоде подвёл. Надо было когда-нибудь это сказать. Хорошо, вздохнул. Своё последнее приключение, то, что я пребываю на Ариаркусе, я научился довольно-таки неплохо стрелять. Потому что стрелять мне приходилось и не раз, и я научился как-то от того, что я буквально первые разы держу оружие, до вполне уверенного его использования. К сожалению, у моей каски больше со мной нет, еще в прошлом эпизоде ее тоже уже не было, она разбилась, потому что мистер Рейнер взорвал ракету, и балка упала прямо на мою каску. Она раскололась, но спасла мне жизнь. Этим я доволен, но недоволен, что ее теперь нет со мной. Спасибо.
Чудесно. Ну и давай. Тот самый Рейнар, которого все здесь не любят, я хочу сказать. Это немножко обидно, но да ладно. Меня зовут Пашка, персонажку моего зовут Юджин, мать его Рейнар. Морпех колониальной морской пехоты Соединенной Америки, рядовой первого ранга Юджин Рейнар. Прибыл сюда случайно, переброшен с другого задания, дабы выполнить это задание, уничтожить всех грехоборцев. Задание пошло криво, как и должно было бы пойти. Сейчас находится в неких думах, дилеммах, что же, мать его, делать дальше. Потому что ни хрена не понятно. Хочется пустить пулю в лоб и Майерсу, и Райт, и Фелисити, и Кайло Рену. В общем, много кому хочется пустить пулю в лоб, но он не может выбрать и немножко стесняется. Потому что все-таки долг военного заставляет защищать невинных гражданских и всех остальных людей. Вот. Как всегда, не чуждо телосложение, не чужд дистанционный бой и ловкость, не чужда смекалка в целом, чужда эмпатия и совсем чужда все так же информатика. Я не подвожу. Стабильно. Кто же поведает о событиях прошлого эпизода? И это будет, кто бы думали, Санчес. Лучший пересказ. Как неожиданно и неожиданно. Не затягивай, да. В прошлом эпизоде наша компания... в прошлом эпизоде все началось с флешбека. С флешбека Фелисити Гейл, где рассказали о том, почему же Фелисити ищет Джейми Райт. Почему она вообще держала путь в, скажите мне, в лагерь повстанцев, я не знаю, как это называется. В общем, вкратце, Фелисити работает на непонятно кого, но исследует но исследует как раз вот эту неземную жизнь, которая убивает людей чужие по метагеймерски, правильно? Ксеноморф. Работала она не просто так на них, можно сказать, методом шантажа ее заставили исследовать этих созданий, шантажировали ее как раз морпехом Райт. Не смотри на меня так, ты меня очень смущаешь. Я сбиваюсь. Райт является возлюбленной госпожи Фелисити, так сказать. Все, на этом площадь. Серьезно, заходит? Нет. В общем, наша компания очень долго, очень много времени провела в полицейском участке, а все из-за того, что планировали, что делать дальше, нашли танк, вроде бы как собрались уже держать свой путь к форту Небраска, но тут глаза нашего Кайла Рена Корсакова, Дэвида Корсакова открываются, и оказывается, он снова взломан, снова у него какие-то проблемы там со своими личностями, и он нападает на Юджина Рейнера. Мы пытаемся спасти Юджина, Фелисити пытается... Мы спасаем, господи, этого морпеха. По-моему, никто вообще не спас меня. Пытаемся, хорошо. Кайл все-таки сам усмирил свой пыл. Так сказать, взял себя в руки и перестал тыкать ножом в пузико Рейнера. После чего мы все-таки забрались в танк, провели несколько бесед бесполезных и отправились в путь. Переходим к нашему дорогому Хилларду, который отправился искать Райт туда, не знаю куда. В общем, он связался с ней по рации,
Райт сказала точку дислокации, где они будут встречаться. Прибыв в заданную точку, он слышит выстрелы. В общем, там идет борьба не на мечах, а на стволах. Он ввязывается в драку, практически умирает, но в последний момент Райт спасает Хилларда от русского чувачка посредством убийства в голову, наверное, не знаю. Убийство в голову. Короче, я стараюсь, да. Еще у меня голос садится постепенно. Возвращаемся. Извините. Вот Хиллард зевает и берет Райт и направляется все-таки в Форт Небраска. А в это время наша компания, которая путешествует в танке, также едет туда же, но неожиданно Кайл, Дэвид Рейн, Корсаков замечает каких-то тварей, которые преследуют нас. Серия заканчивается на том, что тварь пописывала с крыши. Да. Тварь скачет по крыше, и, судя по всему, у этой твари ксеноморска, как мы подозреваем, есть винтовка. С тремя лазерными прицелами, да, которая направлена на Кайла Рена Дэвида Корсакова. Мы в предвкушении драки. И черная слизь. Черная слизь падает с неба. Это какой-то просто кроссовер с кроссовером. Все. Ксеноморф. С тремя винтовками. Есть индийский фильм. Терминатор называется. И там не... Там ты снималась? А? Там ты снималась? Сценарий писал. Там я в главных ролях. Писала сценарий. Как ни странно, примерно так и было. А что там насчет конца арки? Подождите. Алло. Запикайте это. Нет. Собственно, да. Начнем мы с этого момента и начнем. Да. Действительно, так и происходит. Небо становится чернее, чем было. Кажется на мгновение, что буря, да даже не кажется, а буря действительно останавливается. Этот ветруган, он буквально внезапно, за несколько секунд он останавливается, и с неба перестают падать хлопья серого снега, с неба начинается литься черный дождь. Черные капли буквально тут там начинают падать на землю, растекаясь по полу, словно шлепки масла на пол. Можно бы нам видеть, как эти капли, они в воздухе, как будто бы несет, словно те же самые снежинки серые, но они, тем не менее, расползаются по полу, которые достигают земли. И давай начнем с тебя как раз, дорогой друг. Ты прокинь мне значок свою выносливость. Нет, чистое телосложение. У меня три успеха, я чисто сложен, как греческий бог. Без руки. Ну, как любая античная статуя. Ты видишь, как эти капли начинают падать на землю, растекаясь по полу, и ты, наверное, хватаешь Райт, чтобы затащить ее внутрь, затягиваешь ее внутрь под какой-нибудь навес в тот же самый дом, да? Yeah. Чтобы, потому что непонятно, что это такое. И затянув ее внутрь, ты смотришь на нее, и ты видишь, что у нее по носу стекает одна из капель. И она словно бы вползает в твою кожу. Втягивается. Она делает... Что, черт возьми, происходит? Понятия не имею, но мне кажется, лучше не высовываться. Да, нам нужно продумать, как нам двигаться дальше. Ну, что-то мне подсказывает, что банальный зонт здесь не поможет. Есть идеи? Тут недалеко. Мы с Фелисити, тут недалеко. У нас был что-то вроде загашника на всякий случай. Угу. Если нам удастся пробраться туда, то мы сможем там найти квадроцикл и еще какие припасы. Но я думаю, что нам сейчас пригодится все, что угодно.
как считаешь, я выглядываю так немного под навесом, но я так понимаю, души тут продолжают идти. Mm-hmm. Как считаешь, мы как-нибудь сможем проследовать по зданиям, чтобы постоянно быть под прикрытием? В любом случае, у нас нет другого выбора. Надо пытаться. Твоя правда. Ладно, поторопимся. И вы тут пытаетесь, поэтому... Я предлагаю райд вести, естественно, потому что я не знаю дороги. Да. Давай сделаем проверку в этот раз проворства. Проворство и ловкость. Один успех. Вы шныряете в соседний дом и начинаете там как-то улицами как-то стараетесь спрятаться от всего дождя, от всей этой гадости, как-то стараетесь проскальзывать далее. И у вас пока это получается. Можно заявку сделаю? Увидев эту каплю на лице Райт, я бы хотел, поскольку я иду сзади, в принципе, она ведет, я хотел просто понаблюдать, нет ли чего необычного в ее поведении. Что-то я могу кинуть. Прокинь, хорошо, пускай наблюдательность. Наблюдательность и смекалка. Так чисто. Я не знаю, что я смотрю, но просто мало ли вдруг что-то увижу. Не увижу. Нет успеха. Да, ты, может быть, отвлечен больше на проблему того, что дождь идет, я смотрюсь по сторонам, чтобы никто тебе вас не потревожил. В общем, я решил пока об этом не думать. Да. Тем временем вы, скорее даже ты. Ты наблюдаешь эту фигуру, ты видишь, прозрачная фигура стоит на крыше здания. В момент, когда эти капли дождя начинают капать, на тебя светит эти тройной лазерный прицел, который медленно ползет по твоему телу, ты видишь, что он перекидывается на прожектор. И ты видишь, как вспышка с крыши срывается, буквально снаряд, буквально доли секунды, прожектор у тебя ломается, и вместе с пушкой отлетает от твоего танка. И ты видишь, что лазерный прицел, он начинает блуждать по танку и выискивая, видимо, тебя. Что будешь делать? Я, наверное, в первую очередь, учитывая, что я столкнулся с неизвестным противником, передаю всем, кто находится в танке, так сказать, тех, кто в танке, я передаю, что подтверждаю столкновение с неизвестным противником. Где? Категория на зданиях, категория опасности. На 3 часа, 16 часов. Вон там. И вон там, мы не видим. Вон там, вон да, да, именно. На там, 3 часа, допустим. Это какие-то неизвестные технологии. Я слышал, по танку что-то ударилось. Они выстрелили в нас. Предполагаю, что это СПН. Черт. Ты сам как? Я в порядке. Я вырубаю полностью свет внешне. У меня 2 успеха. Кидай броню или уклонение. Я заиграл, что я отползаю, поэтому я уклоняюсь. Я иду к мортире стрелять на 3 часа. Потом, когда будет действие. Не идешь, сидишь внутри. Я передвигаюсь, наверное, там поближе. Дальше не буду. Давай! Кайлорен Дэвид Корсак. 1, 2, 3 успеха. Чудесно. Ты видишь, как еще один снаряд срывается с той крыши, летит в твою сторону, ты спрыгиваешь с танка, и в танке ударяется этот снаряд, взлетаешь искрами. Ты видишь, как в танке образуется не то что дыра, но такая довольно глубокая вмятина в его броне. Кинь 12 пунктов брони танка. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так вы думаете, 7, а танк может сейчас расставать? Я тоже об этом подумал. 10, 11. Ну и кубик стресс. 3 человека внутри могут стрессовать. Чистыми, да? Кидай. Скажи мне, сколько у тебя единиц. И сколько успех. Давай не одну единицу. Я постараюсь, давай. Да. Мой танк, блин, я все за него. Ой, блин. У нас танк сломан, дюшотан. Сколько? 1, 2, 3, 4, 5. 5 единиц? 5 единиц, да, 5 единиц.
Ну, да, вы, наверное... Один успех есть. А, не важно. Вы, наверное... А? Перебросить там не можете? Ну, там нет. Вы, наверное, чувствуете этот удар. Вы чувствуете, как сбоку, в правой части танка, в борт, что-то сильно ударяет. Даже, может, видите, когда одна из панелей начинает искрить. И, может быть, даже образуется небольшая отверстие в пробойне, что-то начинает дуть ветер. Не так, чтобы прям вылетело что-то вам в лицо, но тем не менее царапина такая внушительная. Ты снаружи, в свою очередь, видишь, что в танке, видимо, снаряд прошел по касательной, и там буквально вот под дуло идет такой, знаешь, как будто бы срез металла. То есть я понимаю, что это очень что-то очень мощное. Что-то очень, да. Я, танк продолжает ехать, но я как бы бегу за ним и передаю информацию. Неизвестный совершил выстрел. По касательной. Хочу заметить, по касательной. И дальше бегу. Давайте делаем инициативу. С вами быстро. Давай танк. Стоп. У танка 7. Хреново. У Тильмана или у танка? Ну, Тильман танк сегодня. Я есть танк. Танкуй. Так, я теперь, да? Давай. Стоп. У меня небольшая надежда. У тебя 4. Стоп. У тебя 6. Стоп. Нет, вру. А, это 9. Прости. Стоп. Или 6. 6. 6, окей. Ясно, да, получается? Да. Стоп. У тебя 3. Так, у кого 3? Рейнер, да? Секундочку, я должен от брони танка отбавить количество единиц. Да, ты отнимаешь количество единиц танка, и плюс сверху ты получаешь... Ой, блин, сейчас, секунду. У танка 9 хп, да? Да. Угу. А, ну, нормально. Ты, пока все в броню уходит. Угу. Двигатели не задеты, ничего такого важного не задето. Рейнер, пожалуйста, ты садишься, я перекидываешься на... в сторону мортиры, да, да, она... знаю, что она все-таки так по дуге идет, стреляет. И пытаюсь, ну, я понимаю, что я в экран и свет ничего не увижу, я пытаюсь просто сориентироваться, потому что где-то наш 3 часа... Прокинь мне наблюдательность, смекалку, но с минус 2. А... Успех. Чудно. В таком случае, наверное, ты, разворачивая танк, у тебя, может быть, здесь какая-то подсветка, так или иначе, есть какие-нибудь фонари, я думаю, под стволом. Ты поворачиваешь... На 3 часа. Да, как это называется, бойница? Нет, не бойница. Башня. Башня танка, да. Она на ходу разворачивается. И, может быть, в свете этого фонаря ты видишь, как это что-то прозрачное. Он спрыгивает с крыши, влетает в окно одного из этажей, разбивая стекло, и вынося, может быть, железную какую-нибудь решетку, которая там была. Скатывается в коридор, и по коридору таким каким-то прозрачным призраком несется. Здание, видимо. Давай. Ну, я с мортиры стреляю. Да, ты не делаешь... С пушки. Ты делаешь дистанционный бой. Ну, мы говорили, телосложение, тяжелая техника. Или что? Говори, что лучше стрелять. Ну, там было как... Делай, давай, неожиданно. Делаем дистанционный бой и... Тело... И смекалка, о. Вполне. А сколько урона мортира наносит? 12 от взрыва, ты говорил? Урон 4 всегда и 12 кубиков. Там есть риск попадания? Как? Нет, ты сказал. А мортира это... Да, без попадания. Да, окей. Она просто 4 всегда и 12 кубиков взрыва. Ну, как граната, я так понял, работает. Да. Один успех, но у меня паника. 6 паники у меня. Ничего, по-моему, да, не происходит? Да, да, все в порядке. Ты немножко нервничаешь за происходящее, но тем не менее нажимаешь на этот спусковой крючок, он сзади, вы слышите, вылетает этот снаряд и прямиком летит прямо в окно этого этажа и... Охренеть. Мне нравится. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А это не стоит, по-моему. Мортира стрессует. И выпускает всю обойму. Ну, 4 базовых урона плюс 3 урона. 7. 7.
Хорошо. Наверное, ты видишь все-таки в приборы свои из-под дула, ты видишь, как снаряд попадает прямиком в то место, куда бежала эта невидимая тварь, и ты видишь, как ее происходит взрыв, разносится часть этажа, видишь, кирпичи разлетают, сразу же пепел там взлетает, ты видишь, как эта прозрачная штука, она его куда-то уносит, он вылетает из окна, он на четвертом этаже, условно. Вылетает из окна четвертого этажа, видишь, какая-то прозрачная херня, опускаем, он летит вниз и падает с четвертого этажа прямиком в какой-нибудь сугроб. Ты видишь, как взымается вверх этот снег, и ты видишь, как оно, валяясь в снегу, то по нему начинает бегать электричество. И вот это невидимое покрывающее его слой, он исчезает, и видите, как из снега поднимается, ну, хищник поднимается из снега. Ну, как бы понятно, бог. Ошалеть. Видите, как он встает, поправляет шлем, какие-то заклепки. Поворачивайся к вам, и я заготовил специально, подождите. Я ору, ну говорю, связь, тварь внизу, и вы слышите рядом вот под, под раздолбанным домом. Давай, давай, детка. Я, кажется, догадываюсь, кто им должен уйти. Да, и пожалуйста, следующий у нас, кто у нас четвертый? Корсаков. Давай. Я так понимаю, я как, я на броне все-таки, или, ну, за броней, или бегу за... Ты бежишь, ты говорил, что бежишь, поэтому... Ну, он сбоку танком прикрывается фактически. Ну, условно нет. Ну, мне как бы, у меня в чем фишка? У меня есть то, что я бегу, это считается быстрым действием? Это, да. Тогда я продолжением этого быстрого действия, я хочу все-таки запрыгнуть на броню, спрятаться за этим самым, за... Башни? Башни, да. Угу. А у меня какое-то оружие, у меня не подготовлено никакое оружие. Пулемет оторвало. Я не готовил ничего, кроме... Ну, я тогда просто достаю свой лазерный пистолет и навожусь на эту тварь. Может быть, там прицеливаюсь или еще что-то. Ну, тогда просто даже не прицеливаюсь, просто достаю свой лазерный пистолет. Давай. Я могу стрелять? Да, да, конечно. И я стреляю в него. Что я еще могу сделать? Я же все-таки робот. Три. Ты робот, а не посудомойка. Ой. Десять. И качество одно. Давай. Похер кого убивать. Раз. Два. Три. Так, это три, значит, это всего... 4 успеха. О, 4 урона, прошу. О, нет, какие 4? 3 урона, да, это 3 урона. Но бронебойные. Окич, ты видишь, как эта тварь поднимается. Наверное, слышишь, как он рычит, может быть, даже слышишь, как он орет на вас. В момент от него стреляешь. Ты видишь, по-моему, в бочину попадает выстрел. Видишь, как зеленая кровь начинает течь у него из раны. И его ход. Хер он на нас нападает. Упс. Нет, я бы, возможно, поступил иначе. Ну, в общем, да. Ты видишь, как у него, наверное, из ранения, он не поворачивает, не отвлекаясь от танка. Видишь, как у него поворачивается на тебя вот эта наплечная пушка, примеченная к нему, как его включенок. Ну, назвать в ту сторону. Обнаружена неопознанная форма жизни. Директива 383. У меня... Тотальное уничтожение. Два успеха. Два успеха? Да. Мы пришли с миром. Ну нет, один хрен, это ракетница, ну его нахрен. Точнее, метагеймерский, значит, ракетница. А Корсак знает, что... Метагеймерский — это плазмоган, по-моему. Это плазмоган? Ничуть не лучше. Я уворачиваюсь своим следующим ходом. Сыкло, не чтобы броню кидать. Плевать, что это бронебойная. Плевать, что это, мать его, хищник. Да что он сделает? Я как бы вот этого больше всего боялся. Три успеха. Три? Да. В таком случае один урон тебе наноси. А у тебя сколько было успеха? У меня? У меня было два успеха. Так он же увернулся, получается.
Или все равно один урон наносит? Он же не броню уклонялся. Кидал. Да. Да, простите, конечно. Ты видишь, как на тебя наводится этот плазмоган, с него срывается уже, который ты видел, снаряд, который летит в сторону. Ты, наверное, просто кидаешься за танк, и мимо тебя поносит эта штука, попадает какой-нибудь небольшой сарайчик, беседку металлическую, которая стояла чуть позади тебя, и она пролетает в сторону, на куски буквально. Уничтожена собственность Соединенной Америки. Шестой. Что шестой? Давай. Ты будешь все это по канале на улице. Война. Ну, Рейнер же стреляет изнутри. Да, мы внутри. Я хочу наблюдать за действиями хищника. Ну, во-первых, это какая-то новая херня. Мне все-таки интересно посмотреть на нее. И я понимаю, что, блин, Пашингу ее... Сейчас я понимаю, что надо валить вообще отсюда. Да, и наблюдаю и говорю местоположение, короче, контактирую с Рейнером, чтобы он знал, куда стрелять, может, это будут какие-нибудь ему... Ну, хорошо. Какое-то преимущество. Я понял. Направлять, короче, Рейнера, хорошо. Так как он куда особо стрелять? Не видит. Ну, я могу кинуть, я зря качала наблюдательность. Ну, давай, кинь, хорошо, наблюдательность, у тебя будет успех, столько ты ему и сверху дашь бонусных кубиков. 4, 5, 6, 7... 8-9. Я планирую присесть за дуло. Хотя дуло меньше наносит. Хотя там плюс 2. 8 урона. Там тоже неплохо, да. 3 успеха. Я так понимаю, что 8 это базовые кубики. 3 кубика тебе было так сверху нападать. О, нихера себе пассивки. Да. Все, да? Ну, анализирую. Да, понял. А, анализируешь. Ну, а, это другое уже. Да. Все это. Ну, седьмой? Я просто наблюдаю. Ладно, в принципе. Я. Yeah. Mm-hmm. Давай. А мы едем, да? Извините. Медленно движемся. Мы едем, движемся. Да. Блин, я могу его раздавить, попробовать. Давай быстрее себе, подымем себе все-таки. Да, справедливо. Не, я, наверное, включаю заднюю и отъезжаю чуть подальше от этой непонятной... херни, что образовалось перед нами, чтобы дать возможность нормально выстрелить с огромной пушкой. Давай так, это будет маневр. Поэтому прокинь мне тяжелую технику плюс смекалка. Будем идти необычными путями сегодня. Неправильный мир. Неправильный мир. Чужого. Да, ну это логично, сейчас логичнее, чем дело сложения кидать. Назад! Я усилием повернул рычаг, и он поехал назад сильно. Три. Четыре успех. Я сам танк, я есть танк, да. Я могу что-нибудь, какой-нибудь трюк? Бах. А ты посмотри, что там есть в тяжелой деревне. Или это так? Ну ты посмотри, что там у тебя есть по этому самому. Ты впечатляешь хищника своими действиями. Тут есть справиться с задачей в два раза быстрее. Это может быть в моем ходу что-нибудь дополнительного дать? Или нанимать машину. Пускай так, ты резко останавливаешь танк, делаешь поворот на 180 градусов, значит... На месте. Спокойно. Делаешь поворот на 180 градусов, разворачиваясь, но ты делаешь это так, что ты, пускай будет так даже, ты, наверное, поворачивая машину, видишь, что впереди есть проем между зданиями, и ты туда резко сворачиваешь и едешь в ту сторону. Но здесь, чтобы сделать обманный маневр, ты поворачиваешь там же в этом проеме еще раз и сносишь к херам одну из стен. И, грубо говоря, сейчас у Рейнера есть внезапная атака якобы из разрушенного здания. Я сейчас. Ладно. Я сейчас не попаду. Это красиво, конечно. Но я стараюсь повернуть танк передом противника. Да, пускай. Дулом вперед. Дулом вперед. У тебя будет еще плюс один кубик. Ой, я просто вообще не попаду. Но в этот момент действует мой товарищ. Мой товарищ. Мультиход. Да. И, наверное, ты что скажи, в каком состоянии был в последний раз? Просто бегал, ты прятался за танком.
Но танк отъехал. Я сказал, что залез на танк. Да, он из-под дула стрелял, да. Ну хорошо, на него стена упала. В таком случае ты видишь, как этот тварь, она смотрит на тебя, опускает для эпика. Ты видишь, как он нажимает кнопочку. У него эти стыковываются штуки. И это действие. Дыхательные аппараты, нихера. Дыхательные аппараты, он снимает свой шлем. Ты видишь, что это уродливый морда, который начинает орать на вас. И он начинает бежать в твою сторону, но у него эта штука прицеплена, поэтому он на бегу пытается подкомочь. Ну, в кого-нибудь из вас, в танк или в тебя, кто попадем. Давайте я сейчас кину кубик. Если от 1 до 3 это ты, а от 4 до 6 это танк. Это ты, братюня. Давай, у меня 2 успеха на попадание. А он уже уворачивался в ход своего следующего действия. Тогда броню. Броню, пожалуйста. Так получается в 2 раза меньше брони, да, если это бронебойный? Да. 2 кубика, короче. 2 кубика. Ну, из 5. Из 5 мы 3. 3 кидал. Передай. Кидай 3. Я кидал 3. Давай. Давай. Три успеха. Три успеха. Три успеха. Давайте будем реалистами. Это не казино. Это настольно-ролевые игры. Тут все погибают уже в своих муках. С единичками. С 20 кубиками. Три успеха. Ни одного. Лошара. Присаживайся. Я надеюсь, что у него голову отрывают. Это было бы красиво. Две головы придется вместе. У тебя хищники присаживаются. 5. Это крит. Ну, мой крепкий орешек не спас. Кидай К6. Так, вот это я выберу за десятки, чтобы это все было. Нет, ты К6 кидаешь. Я К66 кидаю. Нет, ты К6 кидаешь у синтов, да, у них К6. Один. Ну, тебе, по-моему, повезло. Да, это поломка жидкостного насоса. Андроид пропускает следующее стандартное действие. Стандартное действие. То есть я пропускаю. Ты можешь перемещаться, но стрелять там или что делать ты не можешь. А, он так ничего не может. Вы, наверное, по датчикам, ты, наверное, видишь, как сидя на танке, ваш андроид просто держится за, наверное, двигающееся дуло, и в этот момент в него влетает этот снаряд, яркая вспышка, и ты видишь, как у него пузо, часть пуза оторвана, и туда брызжет даже белая жидкость. Может быть, все-таки бронежилет немного все-таки тебя спас, так или иначе. И ты обвисаешь на дуле, понимаешь, что ты функционируешь, но уже не так, как было бывало раньше. И, собственно говоря, что там дальше у нас? Рейнер? Да. Я, наверное, пока танк движется, разворачивается, вскакиваю с сидушки от мортиры, опираясь на стены, прыгаю в сторону пушки и хочу, естественно, шмальнуть. Что еще у меня остается? У меня 2 кубика плюс 4 кубика. Плюс 2 от это что, дистанционный бой плюс смекалка? Да, я добавил. Плюс 5 кубиков. Но так как он уже бежит к вам, это меняется сколько? Расстояние, поэтому минус 2 кубика. И плюс 3 за то, что я... Это я все добавил. Подождите. Короче, минус 2. Короче, 4 кубика. Плюс 3 кубика. Плюс 5 кубиков. Я запутался. Вот, это, короче, без стресса я кидаю. Я потом еще стресс 2 кубика кидаю. Раз успех. Охренеть, 2 успеха. Столько кубиков кидаешь, и все уже 2 успеха. И стресс теперь прокину. Я паникую. Вы устреливаешь все обоймы, я надеюсь? 4. Ничего не происходит. У меня 2. 2 успеха? Да. Я наношу... Подожди, он сейчас пытается увернуться. 2 успеха, а у меня 1 успех. Да ладно, какой нафиг? Я убивать хочу, я наношу ему 9 урона. Потому что это пушка с 8 уроном. И один дополнительный успех я вкладываю урон. Потому что бум! Бронебойный. Бронебойный. Я просто не уверен, что она типа нет, сам не прокидывается. Не, ну у автоматов же 2 урона базовых, и его не прокидываешь, это 2 урона. Это взрыв гранаты мы прокидывали. В мортире было 4 плюс 12.
И я выскакиваю на если есть действие, я наверх хочу выскочить. Вообще добивание. Ну он бежит, наверное, вот эта челюсть. Его орёт, он стреляет в Корсакова, я вижу вспышку. Сбоку, наверное, на каком-то из экранов вижу, как Корсаков истекает жидкостью белой. И обмякший висит на дуле. Я прицеливаюсь. Фелисити как раз указывает, что вот эта тварь. На 2 часа! На 2 часа, да. Я смотрю на часы, 2 часа. Я просто запрыгиваю сразу же в дуло, поворачиваюсь из этого разрушенного здания. Я думаю, что я ему попадаю прямо, он как раз орёт. У него вот это отвратительная рожа. Я на экранчике, наверное, приближаю эту рожу, вижу. И вот эта огромная хрень, крупный калибр просто влетает ему в лицо и улетает дальше в здание. Не замечая его как будто бы на пути вообще. Хорошо, действительно, его сносит, он влетает в здание, и это туда разносится взрыв. Еще одно здание разносится. И часть здания так пропаливает. Вздымая воздух пыли, которая смешивается сразу с черной жижей и оседает медленно на пол. Ну да, получить 11,5 сантиметров диаметра снаряда в лицо не очень приятно. Битва закончена. Можно предпринять? Ну ладно, предпринимайте. Сейчас предпримите действие, потому что на этом мы сделаем концовку акта 2. Mm-hmm. И сейчас мы вступаем в полноценный акт 3. Я раздаю вам ваши цели на акт 3. Это Рейнар. Мне моя предыдущая нравится. Это Корсаков. Это Хиллард, который Дэвис. Тильман. И Гейл. Ознакомились. Наверное, останавливаетесь так или иначе? Ну, мы стоим, в принципе, в разрушенном здании. Да, останавливаетесь. И пускай будет так, чтобы нам долго не откладывать. Вы видите, как из-за угла вы слышите звук, Корсаков, обвисший на, обмякший на дуле, истекая белой жидкостью. Я перед. Перенаправляю белую жидкость себе, чтобы я снова мог нормально двигаться. Ты можешь, да? То есть, возможно, я что-то там на секунду задумываюсь, медленно слезаю. Наверное, ты слышишь, как из-за угла звук квадроцикла. И, наверное, ты видишь, как на довольно быстрой скорости оттуда из-за угла выезжает из пробуксовки квадроцикл, на который сидят двое. Вы, наверное, Рейнар сидит за рулем, ты сидишь сзади, и ваш квадроцикл пускай так, чтобы... чтобы нам как-то комментировать вот это падение дождя черного на вас, пускай вы накинули какой-нибудь брезент на вас сверху. Ну окей. И вы видите, как это, как Бэтмен, вылетает из-за угла этот квадроцикл и движется вас во что? Вы чисто механически услышали звуки войны буквально в нескольких кварталах от вас. И дабы чисто проверить обстановку и, может быть, как-то скооперироваться с кем-то, вы пошли туда, чтобы вам не мчать сразу на Форт Небраска, потому что понятно, что на этом транспорте на Форт Небраска вы не доберетесь в целости. Посему вы решили бы по-быстрому проскочить несколько кварталов на квадроцикле и посмотреть, что там, кто там. Но это еще не тот квадроцикл, который мы искали. То есть мы, мы залезли в заначку. Да. Окей. Ну, хорошо. Хорошо, тогда, ну, собственно говоря, мы выкатываем, видим все это дело. О, сержант Хиллард. Я смотрю, вы нашли госпожу Райт. У меня, наверное, просто челюсть. Я напоминаю, что льется сверху черная мгла. Вот она на меня как-то влияет? Тебя нет. Я, наверное, можно? Да. Так как я наблюдала за всем этим, то есть я очень внимательно все осматривала. Да. Три успеха все-таки. Я думаю, что я вижу то же самое. Да.
Я бы, наверное, накинула что-то и вышла бы к Райту. Хорошо. Кинь мне... Ловкость, проворство? Я что, зря качала проворство? Да нет. Чтобы вы понимали, у меня всего 3 навыка прокачаны. Да у меня практически это тоже. Наблюдательность, проворство и медпомощь. Через секунду. Больше ничего. У меня ближний бой, выносливость, дистанционный бой и проворство. А у меня из пуза льется белая жидкость. Да. Сильман, на салфетку. Мне нужна. Больше, чем салфетка. Нужна больше, чем салфетка. Трогательно. Как трогательно. Шкаф. Снятся ли андроидом электроловцы? Сейчас. Жалко. Ты показал электроовцу, что ли? Неповторимый. Неповторимый оригинал. Жалко вроде. Что за черная жидкость, ребята? Этот в белой жидкости. Тут мое знание после. Прикинь, какой абстракционизм. Проворство. Нет. Она же в латексном костюме. Я в латексном костюме. Ну, он броню добавляет. Здесь немножко другая история. Не выживание, да. Кинь мне 3 кубика. И ты тоже, хилор. Первый такие. У меня 0 успехов. А провал есть? 1. У меня ни одного успеха, ни одного провала. 5-2-2. Хорошо. 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 Наверное, так, вы спрыгиваете, быстро спрыгиваете с квадроцикла и бежите в сторону открывающегося люка танка. Вы видите, как тут выглядывает Филис? А? Они бегут. А, что ты хочешь? Ну, хочешь? Я хотела к ним побежать. Хорошо, ты выскакиваешь с танка, открываешь люк, выпрыгиваешь, видишь перед собой, собственно говоря, Райт, видишь перед собой Хилларта. Они с ошарашенными глазами на тебя смотрят, Райт кидается к тебе. Вы обнимаетесь, встречаетесь, обнимаетесь, так или иначе. Передайте вот это вот Хилларту. Мне что-то перестают нравиться все происходящее. Это не импостеры. Райт целует тебя. Целую тебя, но она быстро хватает тебя за подмышку и бежит куда-нибудь под навес быстро, потому что, чтобы не находиться долго-долго. Мы бежим в этот, в квадроцикл. Там места нет для всех нас. Квадроцикл, он открытый. Но там уже... Брезент не помогает толком. А что делать? Там места нет. Она забегает к какой-нибудь дом, кричит, как ты, боже мой, я так переживала. Ты в порядке? Я обхватываю... Как ты ранен? Не-не-не, все в порядке, все нормально, я в порядке. Что происходит? Я не знаю, но нам точно нужно быстро отсюда сваливать. Наверное, ты тоже забегаешь туда же, потому что нужно постоять под этим штукой. С ними не вариант продолжать путь. Этот Рейнар, вон тот морпех, он не отпустит нас живых. Сержант Хиллард, я надеюсь, что вы сможете повлиять. Ты с нами вообще? Конечно, конечно, я вот так же. Возможно, я даже стою вот перед навесом и вот изменяю. Что надо говорить с Райт? Простите, Фелиция. Фелиция. Нам срочно надо бросать этих уродов и... Я согласна. Пока мы сюда ехали, мы услышали взрывы и выстрелы, мы сюда пока мчались, и вот это вот началось. Какая-то чертова тварь напала на нас, я никогда такого не видела. Нам срочно надо отсюда валить. В этом городе много чего происходит.
этот дождь, он, я понимаю, что он тоже не так прост. Я видела, что его эпицентр, он где-то в нескольких километрах отсюда. Там поливало гораздо сильнее, чем здесь, нам еще, можно сказать, повезло. Но это эпицентр по пути к форту. Нам придется прорваться. То есть форт нельзя? Нет, мы можем попасть в форт. Но нам лучше, нужно... лучше либо переждать это, либо что-то придумать. На вот этом мы точно не доберемся. Что ты хотел? Я хотел как-нибудь прикарковать танк, чтобы люки выходили под крышу, и можно было как бы выйти и вообще обсудить все это мероприятие со всеми вместе. Ну ладно, пускай ты въезжаешь с танком в дом. Да, и открываю люк. Вы вываливаетесь, собственно говоря, под навес. Ну да, я выхожу. Как всем остальным. О, Хиллард. Рад тебя видеть. Как? Рад видеть всех в добром здравии. Я стою, протираю глаза, как будто мне что-то я... в них попало. Я вопросительно смотрю на Фассбендера. А можно я заявочку, пока Фассбендер не начал отвечать? Можно как-то понять, что это за гребаная херота, жижа и все остальное? Я... Или вообще нет, никогда ничего такого не было? Ты такого не видел. Ну, трогать я ее не буду и пробовать. Вряд ли, конечно. Враги из микрофона. Не, я не буду, конечно, ничего не буду делать. Я выхожу и жду. Все, спасибо. Я показываю на свое тело. Господин Тильман смог немножко меня модернизировать после одного нашего боя. Это я, Корсаков. А, Кайл Корсаков. Ладно, я уже отвык чему-то удивляться. Ну что ж, доктор Гейл, как видите, мне все-таки удалось поспособствовать вашему воссоединению, и теперь у меня все-таки чешутся руки добраться до этих уродов в форте Небраска и призвать их к ответу. Я безумно благодарна вам, что вы сдержали свое обещание. Ну, я смотрю, как ты ранен? Ну, я подшит нормально, я как... Ну, я, возможно, ну, в принципе, я, ну, попробую вылечить его. Да, мы, в общем-то, с Джейми немножко подлечили друг друга, но если вы посмотрите, доктор, я буду вам благодарен. Да, я бы хотела подлечить их. Давай. Во-первых, я вкалываю себе напролёв. Убираю себе полностью стресс, кроме одного... У нас, кстати, забыл сказать, что у вас сейчас у всех на протяжении этого акта будет два постоянных стресса. Mm. Ох, ужас, то есть у меня три? У тебя три. Тогда мне смысла нет убирать. У меня четыре ради одного этого. Надо было быть андроидами. Да, я пытаюсь полечить их. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Вокруг нет никаких шумов, ничего такого. Ну, если не считать шум дождя, ну, и вот этот такие горящие развалины дома, а может быть, как падает, или такие, он, как падая с неба, он ведет себя как снег, он, то есть, вот то вьется, вьется, а когда приближается к земле, он и расползает, всплывает. Как мазут, типа, да, падает? Да, да, да. Нефть и мазут. Раз, два, три успеха. Три успеха на Рейнера. Три хп. Ой, на Рейнера. Я Хиллард. На Хилларда, да. Рейнера, я думаю, никто лечить не будет. Я бы хотел себя попробовать починить. И раз, два, три успеха на райд и панику. Mm-hmm. 10. По-моему, успехи слетают, когда десятка и выше. Что? Жалко. Нет, когда больше 10. А, больше 10. Да. Десятка — это еще нормально. Хорошо еще. Паралич. От ужаса персонаж замирает на месте и не может предпринять стандартные действия в следующем раунде. Его уровень стресса, а также уровень стресса всех дружественных персонажей в рамках ближней дистанции вырастает на один пункт. Наверное, за этими всеми манипуляциями... Да даже пускай так, вы все занимались этим делом, ты подлечиваешь, собственно, Хилларда и Райт. Не поднимается стресс из-за этого? А у тебя нет?
там, по-моему, не указано, только персонажа дружества. Ты паралич, наверное, ты накладывая швы на Рай, допустим, или на Хиллар, внезапно тебя начинает пробивать паническая атака. Ну, почему? Да, я понимаю. И ты просто дрожащими руками останавливаешься и... И просто время, сажусь, да. Скатываюсь по земле. Наверное, ты, Тильман, пока все остальные заняты каким-то делом, в этом видишь, что от дома к дому к вам, прикрывшись брезентом или какой-то курткой, к вам, скорее даже курткой с меховой накидкой, перебегает фигура. И она бежит к вам. Ну, я сразу даю об этом знать. Ребята, у нас гости. Вы уже три минуты. Это из тех... С кем вы только что вели бой? Сомневаюсь. Не похоже, не похоже. Сержант. Окей. Я, ну, у меня мой пулемет пока бесполезен, я просто достаю нож на всякий случай. Видите, пока это, я отдаю Хилларту мою вторую винтовку М41А, которую я нашел в полицейском участке. Окей. А обоймы к ней найдут? Один магазин, да. Один магазин. Качество так. Плюс один, урон два. Угу. Дистанция дальняя. Бронебойная. По весу. А по весу сколько я вообще могу таскать? Ну, в одной руке. Это твоя сила умноженная на два. Посмотрите, как я нагрузки. Ну, у меня 10 получается. То есть вот у меня пулемет сколько весит? 2, по-моему. О, 4 сейчас. 4, по-моему. Сейчас, секунду. Кирильчик, кинь мне, пожалуйста, морковку. Я тоже просто хотел посчитать. Твой пулемет весит 3. 3. Что у тебя еще есть? Ну вот еще вот эта винтовка, допустим, я беру ее у Рейнера, окей. М41А, да? Да. Да. На Рейнера что добываешь? Вес 1. Так, вес 1 это 4. Плюс у меня еще нож. Нож, что-то по-моему, 0,5 весит. Сейчас, секунду. Нижний бой, нож. Вес, да, 1/2. 1/2. 3 гранаты. Гранат, по-моему, тоже 1/2, но считай, это у тебя вместе с ножом это 2. Вместе с ножом это еще 2. То есть 3 плюс 1 плюс 2, это получается 6. 6. Еще у меня есть броня. Моя. Броня, по-моему, ничего не вижу. Сейчас, секунду. А, броня может я слышал, да? Секундочку, секундочку. А, весит, да. О. Какая у тебя? М3ПА. М3, да. 1. 1. Так, это 7 набрали, и что у меня еще есть? Ну, в принципе, все. Фонарик. Фонарик 1-2. Ну, половину, 5. Ну, я укладываюсь, короче говоря, в принципе. Хорошо. Окей, я беру тогда... Так, М4, она что, бронебойная или не бронебойная? Бронебойная, качество плюс 1, урон 2. Качество Full автоматик. Full автоматик, да. Маленький автоматик. Да, вы видите, как эта фигура подбегает к вам, и, наверное, не заметив... Скорее всего, фигура бежала на танк. Ну, в смысле, ориентировалась по танку. И подбегая, прикрывая себе курткой, она подбегает, забегает как раз в помещение, где вы находитесь, и не заметив вас, она... А, боже! И вы видите, что это Экфорд. О, как. Она да, немножко задачно смотрит на вас. О! Доктор Азиат, который? Да. Я должен сказать, что рада видеть вас. Рада, что какими вы судьбами? Мне вот тоже интересно. Да вот знаете, выживаем. А где ваша славная компания? К великому сожалению, мертвы. К великому сожалению. А кто-нибудь, прокиньте мне... Я знаю ее. Наблюдательность, ты... Да, ты знаешь ее. Вы с ней в лаборатории вместе работаете. Она узнает? Она начальник лаборатории. Или она пока ничего не делает, не узнает, не говорит, не представляет. Она осматривает по сторонам? Я, наверное, ну так. В сторонку отстраняешься, чтобы да, не делать. Да, отстраняюсь и эту Райт тоже. За танк ланивать, да, хорошо. Сразу... Я бы хотел прикинуть наблюдательность. Ладно. Да, наблюдательность просто. Я бы тоже хотела посмотреть. Я тоже хочу. У меня микрозаявка. Мои так, процессоры начинают работать. Я достаю свой Sigmund и Dart, который когда-то давно Тильман немножечко модернизировал. И пытаюсь вычислить, мы тогда привязывались, да. Можно ли определить дислокацию. Да. Мы не проверили, я не проверил до этого, но сейчас, увидев эту самую Хиллард, я догадываюсь проверить, где находятся вот эти их, грубо говоря, как... Ты видишь сигнатуры, их обозначения, ты видишь, что они...
Сигнал от них идет. Они где-то на расстоянии, ну, может полкилометра от вас, и они движутся. Что? У меня один успех. Гейл. Я бы, возможно, хотел, пока они заняты там вот этими встречами, разговорами, там, посмотреть танк, может, что-нибудь подлатать. Ну, починка брони вряд ли. Он функционирует, он движется, у него он не сломан, но починка брони вряд ли. А, это крайне пушка, говоря. Ну, как это, пулемет. Ну, пулемет оторвал, да, совсем. С концами. Ну, тогда... Он лежит, конечно, там где-то на полу, может, пролазит. У меня три успеха. Паника и 9. Паника. Накинь панику для проформы. 9? Ну, а, 9. Это все валится из рук. Неважно, подался персонаж паники, впал в замешательство или другой осознал, что тут все скоро очень умрут. В любом случае он роняет оружие или какой-нибудь другой важный предмет. Какой именно, решает мама. Неважно. Что у тебя там в руках бы не было, ты это роняешь, и ты видишь, что человек смотрит в вашу сторону. А вот это интересно. Здравствуйте. Но, однако, тем не менее, вы вдвоем замечаете, что у нее на глазах, место, где слезные железы, здесь вытерто явно, что вытерто, и явно похоже, что здесь была кровь. Из глаз? Угу. Я спрашиваю, вы знакомы? Когда она вот там пришла? Да, это моя подчиненная в своем роде. Что же вы делаете здесь, так далеко от форта Небраска? Из Гейл. Разве сейчас... На это есть время? Чё? Ну, у меня руки чешутся, что-нибудь почините, я, может, хоть одно... Андроида будет что-то? Андроида, что-нибудь ну, поделать? Ну, прокинь, хрен с тобой, кинь тяжелую технику и... Да пусть умрет он уже. Во второй раз. Я просто... Я поворачиваюсь к тебе. Или это, не тяжелая техника, давай в этот раз этот информационные технологии снижал. Потому что он не такой уж тяжелый, ты кажешь, что... Да, продолжаем. Разве сейчас время выяснять? Нет, само собой не время, но интересное совпадение. А кто с вами там прячется? Доктор Экхарт, а вам не кажется, я тоже демонстративно приподнимаю оружие, которое мне дал Рейнер, что вы не в том положении, чтобы задавать лишние вопросы? Пожалуй, поэтому, вы правы, да. Наверное, теперь спрашивать буду я. Я показываю ему вот эти вот падающие капли. Вы знаете, что происходит? Нет. Наблюдательность. Давай. Видно. Это скорее даже не наблюдательность. Ну давай, пускай будет наблюдательность. Наблюдательность смекалка. А я так и говорю, что это грёбаное вранье. У меня было 3 успеха, я же могу посмотреть. 2 успеха? 2 успеха и 9 на панике. 9 напальники, ты роняешь Валится из рук из-за... что-то. Может что уронить что-то у меня? У меня есть 2 в Атацуме. У меня есть технический ключ. Может он держал тебя? И у меня есть деньги. А, ну уровень стресса. Гейл, поднимите уровень стресса за провал, за 9, за то, что вывалилось из рук. Ты тоже подними уровень стресса, и пока никакой паники другой нет. Видимо, просто нервозная обстановка, и вас немножко это канаёбит, поэтому, да, немножко стрессуете. А так, то, что, все, что у вас падает из рук, поднимайте обратно. Я хочу использовать, у меня было 3 успеха. Я хочу узнать, как мне попасть, ну, как мне обойти, спрятаться от дождя. Можно. Да подождите, да стойте, остановитесь, люди, вы слишком много запросов делаете одновременно, блин, я не успеваю за вас. Ты хотел посмотреть, врет она или нет, да? Да, я обошелся без паники, но у меня один успех. А, она врет, ну даже не то, что врет, она просто скрывает от тебя тупо информацию. А, как это сказал Рейнер? Ну, понятно. Ты хочешь... Я хочу первое узнать... как обойти дождь, ну или спрятаться, нет, спрятаться мы уже спрятались. Я кидала наблюдательность. Это сейчас не понял было, типа, что ты смотрела типа, на улицу, как пройти под дождем? Безопасно, я ничего не понимаю. Она кидала бросок на райд, но хочет узнать про дождь. Я хочу, нет, смотрите, я кидала наблюдательность. А ты на что кидала? Что ты хотела сделать? Я наблюдала за всем. Ясно.
Сидишь, наблюдаешь. А это еще в танке 150 лет назад? Да, продолжаем. Я просто забываю, что здесь всякая чухня. Я просто не пойму, что именно ты хотел, на что обязательно ты кидал. Она в танке кидала, когда следила за чужим в начале раунда. Нет, войны. Ну, вот сейчас. Да, сейчас кидала, я кидала. Что? А сейчас на что она кидала? Ну, сейчас наблюдала из-за укрытия, из-за танка. Ты вас только что засекретили, что за... И чё? Ну, у меня же 3 успеха, разве? Посиди. Попаниковала и чё? Тогда перед со мной 2 моих успеха как-то вылечивают андроиды или чё-то? Пока нет. Давай так, его починка займет приличное количество времени, в принципе. Но как у тебя 2 успеха, мы эту починку ускорим. То есть ты начинаешь штопать его... Что там у него пробито? Шланги. Шланги его. Начинаешь штопать. И ты понимаешь, что это займет... 2 успеха у тебя, да? А ты сколько хп? 9. А сейчас? 0. А, ты ж вообще на критическом, на крите. Хорошо, ты за час можешь ему восстановить 2 хп за час. А за полчаса 1. За полчаса 1. Логично, математика. Да. Продолжаем дело. Ну, сильно я тебя не подлатаю, но сделаю, что смогу. Но это займет около получаса-часа. Надеюсь, у нас будет это время. Я, как и вы, судя по всему, пытаюсь выжить в нынешнем положении, как вы видите. А то, что происходит вокруг, ну, крайне неприятная ситуация, я должен сказать. Доктор Экфорд, если вы не знаете, то... Я так смотрю на нее в упор. Меня сейчас одолевает жажда знаний. Что, если сейчас Рейнар отберет у вас вот эту вот чудесную накидку, и мы выпихнем вас под этот дождь и посмотрим, что с вами будет, если вы не хотите говорить об этом по-хорошему. Я скидываю оружие, целюсь ей в лицо. Отвечать. Я полагаю, ничего хорошего не будет. Что это? Я не знаю. Я знаю, что это материал, который мы изучали. Но у нас нет такой технологии. Не мы его запустили в небо. Кто? Я не знаю. СПН? Вряд ли. Я не думаю, что у них есть такие возможности. Да мразь Майерс. Майерс имеет доступ ко многим технологиям, но не ко всем. И к нашим излучениям лабораторным он тоже вряд ли имел максимум доступа. Я не знаю, из-за чего пошло вот это вот все началось. Я понимаю, что СПН начал наступление, но они не пошли бы на такие отчаянные меры. И вот это вот, что сейчас льется на нас с неба, это очень плохо. Это очень токсичный материал. И он приведет нас всех, кроме, пожалуй, вас, к печальному летальному исходу. И я одна знаю, как нам от этого спастись. И как же? Скажем так, у меня есть доступы на... на нужный уровень форта Небраска. Где мы сможем найти противоядие. Потому что... я не знаю, как вы, но, скорее всего, все мы уже больны. Я точно. Поэтому я заинтересована в том, чтобы попасть на форт Небраска и добраться до нужной мне лаборатории. Пожалуй, так или иначе, в этом заинтересованы все мы. Я оглядываю, наверное, свой отряд вопросительно. Что скажете? Я за Небраску. Нам определенно нужно безопасное место. Но что вы скажете о том существе, с которым мы сражались на танке? Это вообще что было? Нет, что-то мы вообще жизни о нем не вспоминаем, а мне кажется, и это больше нет. Ну, мы настолько же серьезно, насколько и те черные существа из яиц вылупляющиеся. Судя по всему, они не менее опасны. Вы видели это несколько существ? Я пожимаю плечами. Я ничего не видел. К сожалению, я подпел слишком поздно. Мы обнаружили. Я вкратце описываю рожу, которую я видел в экранчике, стреляя из пушки.
А труп видишь... там не остался? А? Труп там не остался? У него есть танка, как бы. В упор выстрелили, поэтому вряд ли. И домом навалил. А Экфорд увидел Райт? Да. И Райт не скрывается, в общем-то, сейчас. Ну, как бы уже, да. Вы видите на ее лице недоумение. Я не знаю. Возможно, это существо и стало причиной этого дождя. Потому что я, судя по описаниям, не могу понять, что это. Я с этим не встречалась. Ну, то есть... Да, мы проводили исследования в Форте Небраска, да. Я думаю, для вас это уже не секрет, коль с вами мисс Гейл. Никаких секретов. Мы проводили исследования и по новой биологической структуре и по новым формам жизни. Мы назвали их ксеноморфами. И эти твари бывают довольно смертоносными и опасными, но они не подходят под описание, данное вами. Да, это точно не те черные, как вы назвали, ксеноморфы. Это что-то другое. И, судя по всему, оно как-то дружит с технологиями, оно хорошо так разумно. Тем более это... Тогда мы тем более должны попасть в Форт Небраска. Это единственный метод, способ выбраться отсюда. Я больше скажу, таких технологий я на своей жизни никогда не видел. А я заинтересован в этом вопросе. Как это существо могло попасть сюда? Куча кораблей СПНов прорвалось. Весьма возможно, что если оно имеет доступ к технологиям, как вы сказали, то весьма возможно, что у него есть и свой собственный корабль. Ведь, возможно, это разумная форма жизни, с которой мы еще не контактировали. Это интересно, и я бы, конечно, их изучил, но сейчас не об этом. Я вмешиваюсь в разговор. Именно. Как бы не грустно было это осознавать, но сейчас, мне кажется, не особенно то время для научных изысканий. Наверное, в этот момент Райт выходит из-за угла и говорит: я тебе сейчас изучу твою ебало, тупая ты сука, и подходит, что нахуй мне этот сук. Экфорд падает на землю, берется за нос. Да, за что? Подбегает и начинает ее лупить по лицу кулаком. Я пытаюсь остановить. Я удерживаю доктора Гейл. Я пытаюсь остановить. Док, пусть отведет душку. Ты лечишься. Это типа, чтобы ты лежишь. Ну, я такой, остановитесь, именем закона. Вы нарушаете давай общественный порядок. Давай. А, точно. Прошу прощения. Служебное положение. О, щит. Я пытаюсь на эту самую, на Рейнер. Ой, на Рейнер. Да что вы все на Райт? На Райт. Я хочу вот каким-то там, типа там. Тебе не подчиняется. Она состоит в той же организации, пусть она и отступник, но она состоит в той же организации. Она военная. Ну что, она US, United. Че, пускай воспользуется своим этим. Я не пользовался им 4 секунды до вас. Можно я хотел бы посмотреть? Подожди, сейчас. Нет, я вообще, пока он кидает, видно ли отсюда лифт? Лифт виден со всего города. Рабкой? Единственное, что плохо видно, наверное, бури нет. Чтобы вы понимали, да, буря отступила, теперь идет только черный дождь. И в каплях этого черного дождя, где-то там вдалеке, виднеется эта длинная шпала, которая уходит в темные небеса. Ну, работает или нет, не ясно. Она не светится, ничего. Ничего не понятно. Более того, Форт Небраска сейчас, если он раньше был подсвечен прожекторами и фонарями, сейчас он, да, в полной тьме. Может быть, какие-то проблесковые маячки вы видите? Есть все-таки какие-то аварийные маячки, проблесковые так или иначе светят. Возможно, дополнительные генераторы заработали так или иначе, но не так ярко светятся, как раньше. Ну, один успех у меня есть. Хорошо, ты видишь, что Райт лупит сначала по лицу Экфорд, лупит несколько ударов носит, ты произносишь, что говоришь. Я говорю, остановитесь, вы все-таки являетесь мормехом Соединенной Америки. Вы нарушаете, будьте человеком, женщина не верит. Будьте человеком. Хорошо, она на секунду останавливается, задумывается. Сука. И встает, отходит к тебе обратно. Экфорд поднимается. Я могу это понять. Эти вандальные методы, конечно. Но вы должны понять меня все. Я ученая. И я занимаюсь тем, чему я посвятила всю свою жизнь. Я лично не проводила эксперименты на морпехах или на ком бы то ни было. Я практически как мисс Гейл. Занимаюсь только, ну скажем так, бумажной деятельностью. Доктор Экфорд, я не знаю,
Я не особенный знаток истории, но мне кажется, что медики в нацистской Германии думали именно так. Ладно. Хренам мораль, хотя, честно говоря, я с удовольствием бы расстрелял вас по закону военного времени. Но боюсь, что все наши жизни и ситуация на этой луне отчасти в ваших руках. Поэтому мне следует принять однозначно правильное решение. Если все готовы, мы можем отправляться в Форт Небраска, чтобы покончить с этим навсегда. Такой вопрос, каким образом мы будем добираться? У нас танк с тремя местами, а у нас здесь сколько? Я тоже хотел об этом спросить. Идти подождем, идея, наверное, не из лучших. Ну, самое, мне кажется, отвратительное. У нас есть бронетранспортер, хоть он и остался в полиции. А он там вообще далеко? Где мы? Ну, сколько мы ехали? На танке? Да. Ну, несколько кварталов точно проехали. Кварталов? Ну, то есть не так много совсем. Ну, условно. Условно, да. Условно немного, но это подождем. Несколько человек могут отправиться туда. Один вылезет, сядет. В броник, и все вместе сюда притащится. Я хочу посмотреть, пока это било лицо. Mm-hmm. Понятно. Да. Я бы хотела понаблюдать за дождем, вообще он как-то хоть чуть-чуть прекратил на... Ну, блин, вообще... Ты не наблюдать, не все понял, что ты хочешь. Наблюдать или смекалки? Вообще изменения какие-то. Его динамика есть, какая-то. Да. Что-то. Что мне кинуть? Наблюдательность? Да, наблюдательность, смекалку. Спасибо. Дроида не жалко, он может сбегать, в принципе, для бронетранспортера. Доковылять. Я точно то пошло. Ничего. Я бы вызвался. Тебе пофиг. Угу. Удобно. Фига там кубиков. У меня один успех и паник. 10. Ну, что-то опять роняю этот гребаный дробовик, я не нет, знаю. Это паралич. А, опять паралич. Я, короче, я хоть и в параличе, но я все равно смотрела на дождь и продолжаю смотреть. Ну, во-первых, стресс на... Чего? Уровень стресса также уровень стресса всех грузительных... Подожди. Да, хорошо. Я хотела поднять и перекинуть. Да, стресс при панике ты не перекидываешь. Окей. Уровень стресса твой, и также всех дружественных персонажей в рамках ближней дистанции вырастает на один. И, наверное, так. А, да. Ты, наверное, смотришь... Наверное, ты отходишь от всех, поднимаешься... Чуть повыше, чтобы смотреть территорию. Райт идет с тобой. Ты поднимаешься на несколько этажей вверх? Если я поднимаюсь на несколько этажей вверх, вокруг меня только Райт, и только у него поднимается паника? Условно нет, пока пускай всем будет. Ты поднимаешься на несколько этажей вверх, приглядываешься в окна, чтобы разглядеть, где же там что с дождем происходит. И, наверное, ты видишь, что дождь, скажем так, ты видишь прям как стена дождя где-то по центре города просто поливает, дико поливает этим черными каплями. В месте, где вы находитесь, дождь гораздо слабее. И можно понять, что там является эпицентр. Там запустили все это дерьмо. С неба. От движения. Хорошо. Оно как будто бы статичное, и все. И это нельзя назвать природным явлением, как будто тучками сносит дождь, и он движется в какую-то сторону. Он просто льет, как из ведра, в одно место. И ты видишь, что поток ослабевает. Он становится слабее. Но тут ты примечаешь, что недалеко от вашей улицы, по переулкам, вообще под дождем, совершенно не скрываясь, бредет фигура, несколько фигур. И, может быть, приглядевшись, только ты выбросил неплохо, ты видишь на них форму тех солдат, которые были с этой... С тёлкой. С Экфорд, да. Ты видишь на них форму её. Но они движутся по вдоль улицы, но ты видишь, что они идут как-то... Странно. Подёргиваясь, да, как-то так. Это как раз то, что на датчиках видел. Да.
И вот, наверное, из этого ты в ужасе застываешь и смотришь на это дело. К тебе Рай подходит, что случилось? Она берет тебя за лицо, немножко приводит в чувство. Ты в порядке? Что происходит? Ну, я показываю. Она смотрит, да? Ну, тихо. Пойдем к остальным. И говорит, к остальным? Пойдем. Да. Зачем? Справедливо, в принципе. Хорошо. Ждем, ну, лучше быть на высоте. Но мы должны предупредить. Мы не справимся вдвоем. Хорошо, оставайся здесь. Я спущусь и предупрежу. Я спускаюсь, подхожу к Хилларду. Говорю ему о том, что лучше быть осторожнее. И, ну, рассказываю, что там... А, я не знаю. Кстати... Она же не была, когда Экфорд приходила в больницу с Вилентинтони. Но они давно здесь ходят? Или... Ты так или иначе, я думаю, ты пересекалась с ними. Они хоть не так давно прилетели, в принципе, на Луну, но я думаю, ты с ними пересекалась во время своей службы. Либо Экфорд нам врет, что ее охрана умерла. Либо? Либо... Хрен его знает. Но, не знаю, идут они очень странно. Ладно, окей. Насколько? И они идут прям под этим дождем. Ну, поэтому не знаю, что ожидать. Это уже наводит на определенные мысли. Где они именно? Сколько им идти до нас? Они на расстоянии нескольких кварталов. И, наверное, идти им... Но они двигались хаотично, трудно понять, как вообще в какую сторону именно они движутся, направляются, поэтому сложно. Ну, я просто говорю, что они там... Недалеко. В нескольких кварталах. Тем Спасибо. Не менее, так как мы все-таки пережидаем. Спасибо, доктор Гейл. У нас появились гости, кажется. Вполне вероятно, что сейчас нам предстоит очередная небольшая стычка. У меня появилась мысль, как добраться до форта Небраска всем в относительной целости и сохранности. Кайл? Слушаю. Ну, как я полагаю, если мистеру Тильману удастся тебя немного подлатать, то тебе вся эта манна небесная на тебя не производит никакого эффекта. Абсолютно. Качество Соединенной Америки. Ну почему он разговаривает как Liberty Prime из Fallout? Ладно, окей. Это все Дэвид. В таком случае... Как считаешь, ты мог бы добраться до бронетранспортера и пригнать его сюда, чтобы мы располагали двумя машинами? Сделаю это максимально быстро. Тогда, если ты более или менее в порядке, немедленно. Я поворачиваюсь. А подгони сюда еще, пожалуйста, мой этот квадроцикл. Квадроцикл здесь, мы на нем приехали. А, хотя с другой стороны... Ну, квадроцикл, я насколько понимаю, там остался. Где-то он стоит на этом, в центре этой площади. Подождем. Я хоть и шериф, я хоть и андроид, но я еще и шериф. Ладно, бронетранспортер, но я вам не лакей. Да, сейчас лучше не привлекать внимания. Мам, полчаса прошло, как я его начал чинить? Реального времени, да. Ну пускай одну хпшку, ладно, восстанавливаешь. Из меня перестает, видимо, течь. Белая жидкость. Ну да, хоть как-то, кое-как твои сервоприводы приводят в порядок, ты можешь хоть двигаться более или менее. Но это все, что я могу сделать за такое короткое время. Я бегу в сторону квартала. Я пытаюсь бежать быстро. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. А, я отдаю Хилларду, хотел бы отойти, дать перед этим Хилларду как раз свой этот самый Сигмунд Пдат. А что это такое? Это КПК, на который вот эти... Сигнатуры выведены этих Вейлантьютоневских рядаков. Одна, вторая вес. Кайл, возьми квадроцикл. Быстрее едешь. Видно, мои процессоры довольно сильно повреждены были. Я плохо оценил. Но сначала привези его сюда. Так нет, он же тут, они же приехали. Они приехали, но он подождет.
Так мне пофиг. Так он доедет на нем до броника. Да. Я сажусь, это будет быстрее. Я поняла, это будет быстрее, но если два хера нападут и он сдохнет, и мой квадроцикл останется где-нибудь около полицейского участка. Ну, в противном случае мы можем умереть все здесь. Ну, я никак. Что я ты не... делаешь? Короче, я беру квадроцикл и еду за броню. Сажусь в броню, завожу его. И приезжаю. Говорю, если мы будем встречать гостей, может быть, короче, подготовимся? Короче, я накидываю куртку, бегу в этот квадроцикл, так, открываю... Он на квадрике уехал. Да подожди, это перед этим. Открываю этот сидушку, беру туда огнемет, кладу его назад, стоямба! Бегу в этот. Задолбай. Стоямба! Вы что-то вообще без меня есть уже игру прошли. Что-то да. Как ты сам молчишь. Я слушаю ваши интересные рассуждения о том, как вы победили финального босса. Ты выбегаешь под дождь. Да задолбали уже, да. Хорошо, кидай мне... Ну только подожди, я не знаю, я хочу взять какую-нибудь железяку, там как-нибудь прикрыть. Железяку, кидай мне 3 кубика. Я, наверное, вижу, что... Она пробегает мимо меня. Вы могли меня просто попросить. Я его ненавижу. Просто Аня не может сформулировать свои пожелания. Чего? 1, 5 и 4. Не может сформулировать свои желания. Да. Ты накидываешь на себя какой-нибудь, может быть, отбираешь у Экварта ее накидку, накидываешь на себя, бежишь к квадроциклу. Действительно, в квадроцикла, вы, наверное, Хиллард, ты не заметил этого, пока вы ехали. У него сзади есть приспособленно большой довольно-таки ящик на кодовом замке. Ну, я особо и не присматривался. Да, ты не присматривался. Ты подбегаешь, Гейл, к этому ящику, нажимаешь цифры, которые нужны, там, день рождения, рай. 1, 4, 5. Да. Он открывается, ты высовываешь что-то действительно сложенное, аккуратно, довольно-таки... Он компактный, но, тем не менее, внушительный огнемет. А, достаешь его оттуда, что тебе там еще в значку было? Все? Ну, какой-нибудь ящичек, в котором с припасами какими-то определенными, и бежишь обратно. Да. А, держи, пожалуйста, там эту штуку. Там, скорее всего, эти, как называется, медкомплект какой-то, про который я говорила, да. Для да. Юджина. Тем не менее, временем ты, Корсаков, что ты делаешь? Я подхожу, ну, видимо, я вижу, что у нас... Гейл копается там. У тебя упал. Вы... А, без разницы. Вы подверглись довольно большому риску. Вы могли просто попросить Я поднимаюсь на второй этаж, на третий этаж. Я провожаю ее взглядом, сажусь на квадроцикл и еду в сторону бронетранспортера. Хорошо. Ты садишься на квадроцикл, заводишь его, едешь в сторону транспортера. Едешь, по крайней мере, в ту сторону, куда вы пришли. И давай так, ты, проезжая первые 100 метров, видишь, как из-за угла выходит выходит человек. Ты видишь, что он не в форме, просто человек в каких-то лохмотьях. И ты видишь, как он бредет по дороге, и заслышав тебя, он поворачивает тебе лицо, наверное, фары включены у тебя так или иначе. И ты видишь, что у него вены черные ползут по лицу и по всему телу, по коже, открытым участком кожи. Проползая, подходя к глазам, ты видишь, у него абсолютно черные глаза, у него открывает рот. У него сразу начинает течь черная жидкость. Я такое что-то видел, похоже? Очень сомнительно. Ну, имею в виду, когда этот ящик, когда мы не имели чужого наследника, если не ошибаюсь. А! Воджик. Да. Воджик. Да. Воджик. Очень похоже. И ты видишь, как он, ты когда едешь в его сторону, проезжаешь мимо него, ты видишь, как он поворачивается к тебе, делает, и у него изо рта вылетает черная жидкость, которая обрызгивает тебя, обрызгивает мотоцикл, гидроцикл, но ты проезжаешь мимо. Квадроцикл. Блин, квадроцикл, да. Я хочу на пути, я не знаю, там минусы, не минусы, попытаться выстрелить ему в голову. Давай, кинь. Так. А, знаешь, давай... Ну ладно, кидай, если один успех будет, то сразу. С Воджик это было сложно, кстати. Ну да, причем втроем. Сколько у нас? Четверо на здоровье. Качество плюс один, я добавляю. Пистолет, я стараюсь это. Сложности какие-то дополнительные есть? Ну ничего нет. Да ё-моё. Что он делает? Один успех. Хорошо, ты наводишь на него пистолет, делаешь... И ты видишь, что он
башка его, у него черепная коробка разрывается, и он опадает. И ты проезжаешь дальше. После какое-то время ты доезжаешь до вашего припаркованного БТР, оставляешь, я так понимаю, квадроцикл, заходишь в БТР, прокинь мне тяжелую технику. Запросто. Тяжелая техника по смекалку будет. Не, ладно, не запросто. Сколько там зарядов оставалось у него? У БТР? Четыре. Как и было. Я уже очень понял, прям профессионально вел. Нет. Тогда кинь 4 кубика. Ну, любой. Шестерка и единичка. Один заряд у него ушел. Видимо, за простой. Но тем не менее, ты заводишь его. Спустя какое-то время ты такая кнопки, может, вспоминаю, когда делал Тильман, ты заводишь БТР и на нем движешься в сторону своих товарищей. Спустя какое-то время вы видите, весь в черной слизи подъезжает к вам этот БТР, дверь открывается, и там сидит Корсаков. Машина подана. Не будем задерживаться. Экфорд, наверное, бежит первый. Запрыгивает внутрь. А там на всех мест хватит? Да, по-моему, там довольно вместительно. Там отряды, здоровый, отряды морпехов ездят, поэтому да. Да, об этом уже подумал. Я поворачиваюсь к Рейнеру, говорю, что предлагаю не оставлять здесь танк и двигаться на двух. Ни в коем случае. Ну, если вы возьмете на себя управление танком, скажем, вдвоем. Легко. Я, наверное, когда все рассаживаются, я, наверное, говорю Хилларту, напоследок бросаю ему фразу, запрыгивая, наверное, стоя на башне танка. Надеюсь, сержант, что вы верно служите Соединенной Америке. И как пожарный такой. Ублюк. Запрыгиваю. Окей. Все будет в порядке. Ну, я вслед, может быть, тоже тебе кричу. Все будет в порядке, рядовой. Я всегда вытаскивал своих и вытащу сейчас. Я в этот момент обращаюсь к Хилларду, ну и рассказываю о том, что я видел свои умозаключения, о том, что я видел, что, возможно, вместе с этим самым, что Воджик была заражена той же самой дрянью. Вот оно как значит. Патоген распространяет. Да, это распространяется таким образом патоген. Возможно, он распространяется через эту слизь. Возможно, только при прямом контакте с другим зараженным. Но стоит подозревать, учитывая слова Экфорд, что все, кто контактировал с этой дрянью, заражены. И можете быть крайне агрессивными. Не продолжай, Кайл, я понял. В том числе и я, в том числе и Райт, в том числе и доктор Гейл, в том числе и все мы так или иначе. Не благодарите за информацию. В любом случае, нам сейчас остается только несколько вещей. Добраться до форта Небраска, покончить с этим. Даже если нам придется всех там поубивать к чертовой матери. Звучит как план. Нюансы военного времени. И вы едете. И мы. Да. Я сажусь за пушку. А, получается, в танке Тильман и ты? Двое точно не заражены. Остальные в БТР. Хорошо. Ну, мы, наверное, едем как первый танк, тут позади нас. Ну, первый. Хорошо. Вы медленно-медленно движетесь в сторону форта Небраски. И всякое это время вы видите, что на улице начинает сильно смеркаться. Во-первых, из-за этих туч они не расходятся. Тучи не расходятся, они просто дождь становится слабее. Он же не так такими жирными каплями падает снаружи на поверхность вашей машины, а он просто как сопли сползает со стен зданий. Тягучие тучи ползут по небу, и ветра никакого нет абсолютно. Вся вот эта вот буря, что была ранее, она куда-то испарилась. Но темно. Стало очень темно, и как будто бы туман опустился на город. И вы уезжаете в ту самую зону, которую, я так понимаю, вы-то поехали хотя бы или остались там стоять? Конечно, мы стоят там на дереве.
Вы въезжаете в ту самую зону, которую видела, собственно говоря, Гейл вместе с Райт. И, наверное, на въезде в эту зону вы видите людей. Десятки людей. Mm-hmm. И присмотревшись, понимаете, что это статуи. Это окаменевшие черные статуи этих людей, которые пытались бежать, видимо, от стихии, но не успели спрятаться. Они стоят кто на дороге, кто, видимо, успев как-то забежать в какое-то помещение, так или иначе, там валяется на полу в какой-нибудь возе, истошно крича. И такими вот статуями усеяно все впереди. Я думаю, вы останавливаетесь сначала на этом, возле этой зоны, чтобы в нерешительности ехать дальше или нет, потому что они все стоят прямо вот на пути. Угу. Ехал первый танк, да? Да, я останавливаюсь. Но... Что, Тельман, ты едешь дальше? Ну, я ему говорю... Стресс плюс один все. Не время тормозить, Тельман. Ну, это же были люди. Я связываюсь с Тельманом. Господин Тельман, если вам сложно ехать дальше, я могу поехать впереди. Это будет неразумно. Мои морально-этические ценности позволяют мне... Я про безопасность. ...уже мертвых людей в угоду выживания выживших. Мисс... Экфорд. Да. Ты видишь, она сидит там где-нибудь в задней части БТРа. Не видно. А, да. Чего? Этим людям можно помочь? Я не знаю эффект этого... Нет. Что бы это ни было, но я сомневаюсь. В любом случае, у нас нет ни времени, ни ресурсов, чтобы кому-то помогать. Генри, они не похожи на тех, кому уже можно помочь. Они просто именно облеплены. Газуй. Как статуи, да? Я вмешиваю. Ну... Мистер Тильман, Ларинов совершенно прав. У нас есть одна задача, и мы, к сожалению, не можем отвлекаться. Ну да, наверное, вспоминая черных чудовищ, которые я сталкивался, и из-за того, что мне все говорят, что все нормально. Поверьте мне эмпатию всем, что да, я хотела... Ну, кроме тебя. Я просто так для вида прокинуть. Пока мы едем, я бы хотела все-таки подсесть к Экфорд и... Ну, говорить с ней по душам. А, я стресс еще кидаю. Сейчас. Так. Просто эмпатию. Ну ты, да, сейчас покинь эмпатию. Поговорить с ней, ну, просто выяснить. Обменяться информацией, да. Какой именно информацией? Ну, узнать у нее что-нибудь. Ты просто хочешь с ней, типа... Я просто хочу с ней поболтать. Поболтать, да. Возможно, как-то расположить к себе, потому покинь что... Покинь влияние. Сначала эмпатию, потом стрессом. Нет, сейчас, эмпатию, сейчас прокинь влияние, а потом прокинешь эмпатию. Со стрессом же, да? Да. У меня 3 успеха, я паникую, но у меня 6. У меня не успеха. У меня паника, но у меня на панике 6. Две единицы на основных кубиках на моей эмпатии. И я сейчас стрессану чуть-чуть. Ух, 8. 8? Да. О, боже, так ты прошел или не прошел? Нет. 2 из 2 провалил на единицу. 8 это нервная дрожь. Ну, принципе, на все проверки ловкости налагается модификатор -2 до тех пор, пока паника не прекратится. У меня 1 успех. Хорошо. Ты пусть всю дорогу с ней ты сидела рядом и как-то с ней разговаривала, смолтоки, так чтобы и себя успокоить, и ее успокоить. Спустя время вы находите, наверное, общий язык, несмотря на то, что Рейнар все на все это смотрит и явно она этим недовольна. Не потому, что она ревнует, а потому что она это как бы. Да, ну реактор. Понятное дело. Да. Ну, но тем не менее. Что делать? Да. Делать-то ничего. Можешь себе приятелю записать. Так, все, так все прошли, да? Ну да. Ну, у меня ни одного успеха. Тельман не прошел. У меня 2 провала. Тогда вы себе стресс повышаете на 1. Ну, на статую я не делаю. Сделать на статую. Все, кроме меня?
Нет. Хиллард прошел, он не, стресс не повышает, вы вдвоем стресс повышаете. Пипец. Со стрессом победим большой. Два успеха. Ничего не делал. Ну, нормально. Ты... Стресс как больной. Паника. Ну, у меня за 12. 12? 13. Ну, ты вообще должна панически убегать. Панически бегает по БТР. Бегаю, да. Ну, давай так, это безопасное место, так или иначе, потому что ты должна бежать безопасно, если оно так бы не будет работать. Уровень стресса снижается тебе на 1. Повезло. Врагов здесь нет. Каждый дружественный персонаж, который увидит его панический объект, должен немедленно пройти проверку паники. Давайте, кто с ней едет в автобусе? Все, кроме меня. Надо в танке ехать. Наверное, следующее происходит. Ты сидишь, общаешься с Экфорд, и, наверное, в этот момент ты слышишь хруст. И БТР немного... И заглядывая, наверное, в монитор, ты видишь, как вот эти вот статуи, которые стоят перед вами, люди, ты видишь еще выражение лица на их глазах, ты видишь их открытые рты, где там еще внутри сохраняется, может быть, часть именно тела. И как сначала... Танк. Сначала, нет, сначала БТР, ты же первый поехал, получается. Нет, первый поехал. А танк? Тильман жмет на педаль, и танк, переламывая кости, дробя это все дело, проезжает по этим людям. А там дети, взрослые, по ним всем с хрустом проезжают по ним, и ты видишь, как они распадаются на части, разваливаются и растекаются по полу. Ну, я, наверное, да, начинаю там... Сейчас начинается тоже какая-нибудь, да, паническая атака, да, 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 все, да. Я забиваюсь в объятия Джейми. Да, Райт тебя обнимает, так или иначе успокаивает тебя быстро. Может быть, поэтому стресс у тебя на один падает. Ну, я еду, у меня трясутся руки. Я проверил панику, у меня 5. Угу. Чего стали? Мы в танке едем. А, ну вы, да. Мы в танке. Да. Обычный день. Обычный день андроида. Тем временем, вы едете вперед дальше. Сумрак все темнее и туман все густее. Вы едете между зданий медленно, наверное. Все-таки танк не так быстро едет, но и плюс вы стараетесь сильно не гнать, чтобы все-таки в тумане медленно не трудоориентироваться. И в моменте... Тильман, ты первый, да, едешь? Да. Тильман, в таком случае ты видишь, как в одном моменте на дорогу выбегает маленькая девочка. Она выбегает, ты видишь, она ходит озадаченно, смотрит по сторонам, у нее в руках какой-нибудь плюшевый медвежонок. Uh-huh. Она озадаченно смотрит по сторонам и, завидев вас, она начинает прыгать, кричать что-то, вы не слышите что. Я резко останавливаюсь. А там резко останавливается. Впереди маленькая девочка. Она выбежала перед танком. Я выхожу на связь. Хиллер здесь. Тильман, ты что, не помнишь первое правило апокалиптических фильмов? Если ты встретил на дороге маленькую девочку, дави эту суку нахер! Я говорю, подождите, сержант, Тильман. Это ребенок. Ты ребенок, Соединенная Америка защищает детей. И ей, видимо, все равно на этот дождь. Она или андроид, или... Я хотел бы присмотреться. И какой-то иммунитет у нее, возможно, есть. Да, пожалуйста, наблюдательность. А мы пока ехали, какой-то стресс снимался вообще или нет вообще? Сейчас пока нет. Ну, или я до скажу, этого когда... там базарили, когда под домом после хищника. Что я вообще ничего себе не снимал. А там у вас, по-моему, и не накидывалось ничего. У вас были два постоянных. Нет, постоянный же был какой-то, мы просто не забрасывали. Давайте так, пока этот момент мы проезжаем, у вас ничего не скидывается. Это слишком напряженный момент. Дальше посмотрим. Так, что я кидаю? И смекалку, и наблюдательность, да? Как бы маловероятно. Но я хочу выйти, то есть я подхожу. Шесть. Уже к этому самому, хочу открыть кнопку. Два успеха есть. У меня 8, но 2 успеха. Че 8? 8 паники, 2 успеха наблюдательности. Нервная дрожь. Ну, я могу это даже объяснить. Минус 2 на все проверки ловкости. Да. Наверное, ты... Да, происходит так. Я могу объяснить, почему. Да. Я открываю этот амбразуру, которая есть в танке, рядом с этим, вытаскиваю автомат, смотрю на девочку, наверное, вспоминаю свою дочку, которую я оставил где-то, я не знаю, где я живу, на земле, с женой, наверное.
Вот, как бы я там не любил, не переваривал жену свою, но дочку все равно я как бы люблю и помню. И у меня, наверное, воспоминания все равно о ней. У меня начинают дрожать автомат, потому что я собирался стрелять, если честно. Но я притормаживаю, наверное, поэтому пытаюсь посмотреть все-таки, действительно это девочка или нет. Да. Или это тварь. Два успеха. Хорошо. Ты смотришь в мониторы. Наверное, я мониторы еще и после выстрела хищника, так или иначе, наверное, они еще ребята, и немного трудно разглядеть, что именно там, как именно, и ты ждешь по моменту, когда на нее выпадут фары, когда она подойдет ближе. Она медленно-медленно, отшатываясь от этих статуй, медленно движется в вашу сторону, и пока это трудно видно. Ты в этот момент открываешь шлюз, выходишь на улицу. Выхожу. Если вдруг я погибну, или это ловушка, вот. Я говорю, езжайте дальше. Я закрываю за собой дверь. Мы следим за тобой, Кайл. Вот. Я иду к девочке, ну и в принципе использую там свои какие-то вот эти наработки полицейского, там, что подхожу так аккуратненько. Там, ну ты подожди, приговори, тормози. А я вижу за два успеха. Да. И ты видишь, что, во-первых, Корсаков вышел из БТР и идет в сторону девочки, и ты видишь, что у девочки у нее черные глаза. Я могу действие сделать. Да. Я стреляю, потому что я в амбразуру смотрел. Ты идешь в сторону девочки, наверное, останавливаешься, видишь, что у нее действительно тоже черные вены, черные глаза, но ты видишь, что она, помогите, пожалуйста, она, слезы, черные слезы текут у нее по лицу, но ты видишь, она вменяема. Она не ведет себя как фрик. И она идет к тебе, и в этот момент слышишь, и она падает. Я там 3 патрона выпускаю, очередь небольшую. Поднимите себе стресс. Прямо так по умолчанию. Все? Я все анализирую, всю эту ситуацию. Рейнар, зачем ты? Давайте, я не смотрел. Давайте прокинем Бати. Ну, я просто про это. Ну, просто я навряд ли смотрела, потому что я говорила, что я забилась в угол, навряд ли там как-то... Давай тогда по очереди. Да, по очереди. Я тут что-то стрессуем. Стрессуем, да. У меня уже заканчиваются клеточки стресса. Так, у меня есть успех, но я понесу. Так, это 5 плюс 4. У меня минус 2 за остальные яйца. 7. К слову, у кого там было 13? У тебя, да? Я возвращаюсь в машину. Ну, 7 это нервный тик, уровень стресса на 1. Повышают? Да, и уровень для всех ближайших на 1. О, как. Я в танке, я могу не класть. Гейл, кинь мне К6. У меня 3 успеха, нет, ну провала, если что, эмпатия. Эмпатия, 2. 5. Наверное, происходит так. Ты пока из-за всего этого накопившегося стресса, ты сидишь в углу, вот это вот тебя начинает паническая атака, тебя... Господи, как ее зовут? Райт. Райт успокаивает. И, наверное, ты вспоминаешь, что у тебя в сумке есть препарат успокоительный. Аппарат. Да. Ты, наверное, его себе вкалываешь по-быстрому. Твой стресс уходит на 0. Ну, на 2. Там постоянный. 3. А? 3 у меня. У тебя постоянные 3? Да. Нет, просто постоянные 2. Ну, 1 и еще 2. А, да, точно. У тебя теперь наркотическая зависимость. Каждую смену герой должен потреблять какой-нибудь легкий наркотик. Напролёв считается наркотиком? Да. Иначе его уровень стресса вырастает на 1 пункт каждую смену, то есть каждые 6-8 часов. Подожди. Ты сразу не можешь снимать стресс без наркотиков. Хорошо. Что? У меня успех на эмпатии и 11 на стрессе. Простите. 11 на стрессе? На панике. Ну, это в укрытии, но ты и так в укрытии. Ты, может быть, ты отворачиваешься от того момента, когда девочка падает на землю с простреленной... У меня паника была. С простреленной грудью. Так, если нулевой на враг, уровень стресса героя снижается на 1 пункт. Но уровень стресса всех дружественных персонажей в рамках ближней дистанции, наоборот, вырастает на 1. Как хорошо. Там только Рейнар, наверное. Я себе поднял стресс. У меня успех и 7 на панике. У тебя уровень стресса всех дружественных персонажей в рамках ближней на 1.
Только из другого. А, кстати, при нервном тике муи-то не повышается тоже уровень стресса? Нервном тике, да. Только дружество? Нет, уровень стресса героя, а также уровень стресса всех. А, все понятно. Я просто запутался, ставить или не ставить. При нервном тике, при нервной дрожи нет. Я захожу обратно в этот самый, подхожу, возможно, к Рейнеру, говорю. Я в танке. А, ты в танке. Братан. Связываюсь с Рейнером тогда по связи, также сажусь. Хочу проинформировать, что после возвращения в Соединенную Америку я дам развернутый ответ по поводу вашего поведения, а также военного преступления, которое вы только что совершили. Я ему говорю в связи, go fuck yourself. Это также войдет в отчет. Продуктивно сотрудничать. Go fuck yourself. Я подозреваю, что если у нас сейчас кто-то помешает нашей миссии, что-нибудь составлять уже не как. Я согласен с тем, что это предельная жестокость, но учитывая шанс здесь заразиться, мы, к сожалению, не имеем права на жалость. Я... Это также будет отражено в отчете. Вы идете далее. Включаю головой. Вы движетесь дальше по этим улицам, проезжаете мимо разбитых домов, видите, как несколько самолетов СПН, огромные самолеты, которые перевозят эти вот большие грузы, они валяются, торчат из других каких-то зданий. Видно, что они, падая, снесли несколько домов, несколько улиц горят, все полыхает, что-то залитое дождем, но огонь еще все еще где-то распространяется, разгорается так или иначе где-то. Вы видите, как один из таких самолетов влетел в эти огромные трубы, которые здесь везде. Но видите, что из трубы ничего не течет. Видите, как из трубы сыпется серая светящаяся пыль, которую вы видели на трупах в морге, в больнице. И вы едете дальше. Вы уезжаете на главную улицу и подъезжаете к форту Небраска. Вы видите этот гигантский вот этот вот лифт, который уходит в небеса, в черную вот эту вот жижу в небе. И увидите, Форт Небраска почти полностью темный. Вы видите, что часть его горит, оттуда идет дым. Часть, другая часть подсвечена мелкими маячками, мелкими фонарями. Чисто исключительно из дополнительных генераторов. Форт Небраска обесточен. И вы видите, как это все великолепие стоит перед вами большой черной стеной. Его огромные пушки орудийные, которые защищали Форт Небраска какое-то время, они направлены в разные стороны, видимо, отстреливаясь от надвигающих сил СПН. Но сейчас они бездействуют. И лифт также стоит, как просто могильный столб, смотря в небо. Ворота открыты. И здесь мы будем вынуждены закончить. Все-таки нам придется написать еще один эпизод, потому что там очень жирные события будут происходить. Ну, надо думать, да. Поэтому на сегодня мы закончим. Шош, спасибо, что были с нами сегодня. Как бы такие дела у нас происходят. Такие вещи у нас творятся. И следующий эпизод уже будет определенно финальным. И мы узнаем, кто у нас спасется и спасутся ли вообще. Что их ждет на Форт Небраска. Что ждет Корсакова. Ну и в принципе, что же там такое. И кто же... Тоже там такой. Тоже мразь. Тоже мразь. Да. Если вам нравится, обязательно ставьте лайк, потому что нам это очень помогает продвигаться по Ютубу и, в принципе, радоваться жизни. Также напишите комментарии, что вы думаете по поводу всех происходящих событий и чего вы ждете от финальной серии, на кого вы ставите ваши ставки. Если вы еще не подписаны на наш Boosty, обязательно подпишитесь, потому что... Почему, Сань? Потому что я... До сих пор подписано на Boosty, подпишись. За 2 часа ничего не изменилось. Да, ну и что? Скоро на Twitch подпишусь. Вот, и на Twitch. Везде подписывайтесь. Ну, знаете, я вначале говорил, короче, что буду. Чтобы говорить, что я подписана на Twitch. Подпишись и ты. Надо подписаться раньше, чем Саша. И тогда поставить на фразу. Запишите видео. Я подписана на Boosty. Отмечайте нас. Ладно. Да, почему бы нет? Мы сделаем обязательно такой челлендж когда-нибудь, когда у нас будет Инстаграм, ТикТок, я не знаю, хоть что-нибудь. СММ, например. СММ, да, Аська. В общем, все, на этом все. Спасибо еще раз большое. Ставим Лукас и все остальные дела. И увидимся в следующий раз на уже финальном эпизоде. Все, пока. Берегите себя, своих близких. Точно.